Ассаламу алейкум, всех приветствую, друзья, еще раз всех с праздником. Значит, друзья, насчет маршала, где-то, наверное, я через, ну, вернее, к 20 числу ролик сделаем, просто из-за праздников выехали, немного расслабились, друзья. Вот, еще то, что вы спрашиваете, там в июне заканчивается маршал, но, как мне известно, по нашим договорам, маршал заканчивается в третьем квартале, ну, грубо скажем, в сентябре, да, ну, и плюс месяц туда-сюда, обратно, короче, к концу года, получается, это вот как я вот сейчас вижу ситуацию. Но по договору, значит, по договору это третий квартал, друзья, сентябрь. Вот, я не знаю, кто в июне, может быть, там у кого вы покупали, если, может, через другие фирмы там ошибочно, может быть, сделали. Но я сейчас сверху поставлю, посмотрите. Друзья, еще, да, насчет видео, то, что вы просите, я просто, я не пойму, самый больший проект продавался Marshall, там и Alania участвовала, и Анталия чуть не участвовала, мерсинские все фирмы. Самый больший роликов вообще, по идее, у всех на канале должно быть про Marshall. Ну ничего, если вам не хватает этого, иншалла, приедем, снимем грамотный, хороший ролик, и там все по полочкам разберем. Вот. Не переживайте, Султан на связи будет. Я тоже соскучился по Мерсину, если честно. Так что уже хочется уже домой обратно, скажем. Да, друзья, еще прошлый ролик про Баку был, многим понравилось. Сегодняшний ролик сделаем про Нахичеван. Конечно, это не такой большой город, но это наш маленький уютный город. Вот. Всем с Нахичеваном, салам алейкум, короче. Это со всеми Ивановыми районами. Все районы снять не получилось, конечно. Это Ордубат есть, Шахпуз есть, Шарур есть, Садарай есть. Просто по городу так прокатились. Специально для тех, кто не на родине. Салам алейкум. Senden ötürü kan dökmeye cümle kadiriz. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa. Thank you.
Naxçıvan çöçəsi çox dadlı və ləzzətlidir.